5 ноября на Коплюс новости Казахстана. Меня зовут Алексей Рыблов. Здравствуйте и главное сегодня. Российские националисты потребовали ввести визовый режим со странами Средней Азии. Чем может обернуться русский марш для Казахстана? Олимпийского чемпиона Александра Винокурова обвиняют в покупке победы на престижном европейском велотурнире. Алматинские власти пытаются приучить горожан к раздельному сбору мусора, при этом перерабатывающий завод в мегаполисе до сих пор не работает. Родственники арестованного на прошлой неделе Аскара Молдашева, брата директора фирмы-издателя газеты «Голос Республики» Данияра Молдашева, обратились к общественности за помощью. По словам Данияра, дело его родственника носит не уголовный характер, а имеет совсем иной подтекст. Обращение семьи Молдашевых выслушал Нургали Карабаев. Это первая пресс-конференция семьи Молдашева, где звучит обращение к общественности. Ближайшие родственники Аскара Молдашева и его адвокат излагают свою версию событий. Брат арестованного на прошлой неделе Данияр Молдашев, издатель оппозиционной газеты. После таких событий теперь я жду, что и со мной что-либо подобное может случиться. Арестовать, задержать, не знаю, какой-то провокации тоже ожидаю с этой стороны. Поэтому для нас только остался единственный выход – это обратиться к общественности. Где сейчас находится арестованный Аскар Молдашев и как его самочувствие, точно не может сказать даже его адвокат. Сегодня от следователя никакой информации нет, поэтому говорить, безусловно, что Аскар находится в подвале ДВД, либо его уже этапировали все один, я не могу. Нас об этом не ставят в известность. Аскар Молдашев был задержан спецназом утром 31 октября. У него в кармане якобы был обнаружен пакетик с наркотиками. Обыскали в квартирах родственников и самого Аскара. Ожидаемых полицией результатов не дали. 2 ноября суд санкционировал арест Аскара на 2 месяца. Правозащитник Евгений Жовтис, который сам недавно был в местах не столь отдаленных, статью 259 считает одной из самых популярных в стране. Достаточно привести 2 примера. Пример первый. Если вы возьмете статистику, то резко возрастает количество раскрытых преступлений, связанных с наркотиками, в конце месяца, когда план делается. И второй факт – это понятые. И такое ощущение, что их просто опергруппа с собой возит, и когда кого-то задерживает, она их использует. Истину в деле Аскара Молдашева мог бы и должен установить независимый суд, говорит правозащитник. Но наличие в государстве такого института сегодня ставит под сомнение даже сами судьи. Нургали Карабаев, Талгат Умербеков, Алматы, Казахстан. Скандальный воскресный марш коренных россиян по Москве и их требование установить визовый режим для жителей Средней Азии стали обсуждаемой темой и в Казахстане. Но если МИД Республики относит этот марш к сугубо внутренним демократическим традициям стратегического партнера, то отдельные представители гражданского общества чувствуют в этом крепкий государственный подвох. Аида Мурзанова о реакции казахстанцев на русский марш в стране, победившей демократии. За освобождение Будапешта медали есть, за оборону Москвы медаль тут. Против чего боролся, на то и напоролся. Габаш Жуматов – один из тех, кто прошел войну от начала до конца. Участвовал в обороне Бреста и Москвы. Почему в той же Москве теперь люди выходят на так называемый русский марш, Аксакал не понимает. Ведь ради тех, кто сегодня не желает видеть в российской столице не русских, миллионы людей разных национальностей отдали жизнь. Это подлость просто этих людей, такое высказывание. А ведь же защита была интернациональная. Москву защищали все народы, населяющие территорию. Тогда называли СССР. Это вот наша общая родина. И мы, никто не делили это. Здесь были, кроме казахов, кроме моих земляков, были и узбеки, были татары, были кавказцы, многие другие, наверное, которые тогда входили в состав СССР. Это видео с воскресной акции, где звучали требования остановить поток миграции, ввести визовый режим со странами Средней Азии и прекратить кормить Кавказ. Серик Ергали не рассматривает скандальный марш отдельно от государственной политики. Говорит, это была не оценка простого человека, а проявление идеологии. Ладно, там заинтересованные люди. Группы вывели 20 тысяч человек на улицу. Но тюркский мир не должен бояться этого, так как русский национализм в первую очередь погубит Россию и простых русских граждан.
О массовом выступлении в соседней державе казахстанский МИД наслышан. Но провокационные лозунги здесь предпочитают не комментировать. Наши отношения с Российской Федерацией строятся на долгосрочной основе, на добрососедских, дружественных взаимоотношениях. Мы ориентируемся на то стратегическое партнерство между нашими странами, дружественные отношения между нашими народами. Поэтому это мнение отдельных лиц, отдельных представителей. Поэтому я считаю, что это нецелесообразно. Перебирая ордена и фронтовые фотографии, Габаш Жуматович говорит, для него Москва осталась столицей родины. Ведь до сих пор только оттуда приходят открытки с поздравлениями. Москвичи только меня и не забывают. А Астане все равно. Участвовал, ну и все, иди дальше. Аида Мурзанова, Баужан Идрисов, Замзагуль Абдрахманова, Ермек Амиров, Алматы, Астана, Казахстан. Министерство иностранных дел Казахстана затребовало наконец от России информацию о соотечественниках, попавших в рабство в Москве и Курганской области. Об этом на еженедельном брифинге сообщил представитель ведомства Алтай Абибулаев. Мы сообщали о 8 гражданах Казахстана, которые в течение 6 лет находились в рабстве в одном из московских магазинов. Похожий случай произошел в Курганской области. Там двое казахстанцев силой удерживались на работе в фермерском хозяйстве. Тем им не платили зарплату и часто избивали. Бывшие рабовладельцы уже взяты под стражу. Те, кто нарушил закон в российской столице, оказались выходцами из Южно-Казахстанской области. Ведется следствие. Отечественные дипломаты в дело вмешались с заметным опозданием. Только сейчас, после шумихи в прессе, они отправили соседям официальный запрос. В нем пока просят подтвердить гражданство потерпевших. В случае подтверждения казахстанского гражданства у потерпевших, а также доказательства вины обвиняемых, мы намерены обратиться правоохранительного органа Российской Федерации с требованием осудить обвиняемых по всей строгости российского законодательства. Новый скандал разразился вокруг еще одного олимпийского чемпиона. Знаменитого казахстанского велогонщика Александра Винокурова подозревают в покупке победы на престижном турнире «Льеж-Бастион-Льеж». Следственные органы Италии полагают, в 2010 году казахстанец договорился с соперником, чтобы тот пришел вторым, при этом якобы заплатив ему немалую сумму. Татьяна Ковалева о цене победы Винокурова. Прокуратура имеет доказательство, что Александр Винокуров договорился с российским велогонщиком Александром Колобневым уступить ему победу за 150 тысяч евро, пишет «Карьера де ла Сера». Речь идет о победе гордости казахстанского велоспорта двухлетней давности на Льежской велогонке. Федерация велоспорта на эту информацию реагирует нервно. Ну что, теперь мы должны вешаться все, что ли? Мало ли что, только кого в чем обвиняют. Федерация никакой официальной пока информации не располагает. Сколько уже, наверное, будем говорить так откровенно, бочку катят на нас, потому что мы для всех как бельмо в глазу. Ведь что-нибудь за нами недовольны. По данным издания, следователи готовы предоставить суду переписку двух спортсменов и документы, которые подтверждают перевод Винокуровым денежных средств на счет гонщика Колобнева в размере 100 и 50 тысяч евро. По мнению некоторых спортивных обозревателей, компромат на Вина – черная зависть соперников. Астана команда с менеджером. Винокуров недавно закончил свою карьеру и стал менеджером команды Астана. Это некоторым не нравится, потому что Вина очень влиятельный человек. И в будущем за Астану будут кататься сильные велосипедисты, а значит, будет сильная конкуренция. Карьера Винокурова – это не только блестящие победы, как в Лондоне, но и неприглядные страницы казахстанского спортивного альманаха. Тур де Франс 2007 завершился для гонщика двухлетним отлучением от трасс. В том, что сегодня Астана без Винокурова представляет опасность для европейцев, сомневается заядлый болельщик и журналист Бекжан Идрисов. Скандалы – часть современного велоспорта. Откатывать по 6 часов по сложнейшим трассам без допинга невозможно. Слишком большие нагрузки. Не исключено, что там допинг, он используется именно для быстрого восстановления организма. И именно с этим борется там антидопинговая комиссия. Ну, она борется как-то странно, как-то избирательно. То есть вот этого прижучили, причем спустя там несколько лет после того, как там все победы случились, а другого нет. Ну и вот это странно. Сам фигурант скандала о выкупленных победах Александр Винокуров отключил телефон и проводит с семьей отпуск на острове Маврикий, периодически выкладывая фотографии в интернете. Но уже к 15 ноября Вина должен вернуться на базу в Монако и готовить команду к новому сезону. Татьяна Ковалева, Бауржан Идрисов, Талгат Умербеков из Алматы, Казахстан. Сегодня митингующие каражанбасовцы в Актау встретились с членом профсоюзного движения Великобритании Майком Уэллом. Гость из Туманного Альбиона выслушал рабочих и пообещал им помочь в меру своих возможностей.
В частности, передать информацию депутатам Европарламента. Напомню, уволенные нефтяники Каражан Басмунай вот уже больше года митингуют возле офиса своей компании. У рабочих два требования – восстановить их на прежнее место работы, откуда, как они полагают, их уволили незаконно, а также выплатить компенсацию за дни вынужденного простоя. Как рассказал бывшим нефтяникам британский Trade Union в Казахстане, в Казахстан планировала приехать большая делегация во главе с депутатом Европарламента Полом Мерфи. Но в последний момент ему и другим членам группы отказали в визе. Уэйл по приезде в Казахстан первым делом посетил митингующих нефтяников Каражанбаса. О проблемах рабочих ему рассказали казахстанские коллеги. Гость из Великобритании пробудет в Мангистауской области еще один день. Завтра он планирует посетить Жанаузен, а после обеда попытается встретиться с акимом области Боужаном Мухамеджановым. У меня было только шапочное знакомство о проблемах нефтяников Мангистау. Информацию я получал из газет, а также смотрел видео на Ютубе, где полиция стреляет убегающим людям в спину. Это недопустимо. Если Казахстан хочет стать частью демократического мира, то ему следует соблюсти ряд обязательств и обеспечивать права собственного народа. Видео, выложенное на Ютубе, заставило меня приехать к вам и увидеть все своими глазами, как с правами человека обстоит дело в Казахстане. По приезду всю информацию я передам депутатам Европарламента, по поручению которых я, собственно, и приехал к вам. Представитель уволенных нефтяников Каражан Басмунай Александр Пясталов еще раз акцентировал внимание иностранного гостя на проблемы работников нефтяной отрасли. По его словам, все органы, в том числе работодатели, правительственные, министерские и территориальные комиссии во главе с замакимом области, уклоняются от своих обязательств. Они не хотят садиться за стол переговоров, чтобы решить коллективный трудовой спор нефтяников, как того предписывает закон. Согласно 296 статьи Трудового кодекса, ни одна из сторон примирительной комиссии не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах, поясняет юрист. Однако вот уже больше года каражанбасовцы остаются наедине со своими проблемами. Вот в чем беда, самая главная беда. Не хотят мирным примирительными процедурами рассмотреть за столом переговоров и решить. Не хотят выполнить законные указания поручения президента, который сказал, требования нефтяников обоснованы, их нужно выслушать и удовлетворить. Что еще надо? Но не хотят садиться никто. Не хотят никто выполнять законные указания президента. Вот на какой стадии находится коллективный трудовой спор. Срока давности на него нету. Пока одни чиновники не могут трудоустроить на работу нефтяников, другие высокопоставленные лица коротают время за обсуждением инициатив главы государства. Двигаться к обществу всеобщего труда пока предлагается, тщательно выслушав мнение самих трудящихся. Они же решительно против увеличения нормативов и рабочего дня, говорит Юлия Панкратова. К обществу всеобщего труда быстрыми шагами. Одно из предложений вести в стране 9-часовой рабочий день сейчас внимательно изучается, рапортуют в Минтруда. Главную здесь скрипку в этом вопросе, наверное, должны ответить органы здравоохранения. Поэтому давайте не будем торопить время, делать, скажем, постижные выводы, послушаем людей и рассмотрим. У госслужащих и так много забот и большая нагрузка, сетует глава агентства по статистике. Порой даже приходится оставаться после официального окончания рабочего дня. Многие руководители, особенно государственных органов, де-факто работают не меньше, чем 9 часов ежедневно. Ну а если в целом сказать в отношении рядовых сотрудников, государственных органов, ну, других предприятий, наверное, я считаю, что 8-часового рабочего дня достаточно. Брать пример с корейцев еще в сентябре посоветовал казахстанцам Нурсултан Назарбаев. Ему виделось, что при 10-часовом рабочем дне, как в Южной Корее, у сограждан тоже может улучшиться производительность труда и дисциплина. Программист Татьяна Югай говорит, что ценит не количество, а качество. У нее свое объяснение корейских шагов к всеобщему труду. Количество часов – это что? Просто сколько человек проведет на работе. Это никак не повлияет на то, сколько он сделает за это время. Нужно, наоборот, повышать конкуренцию каждого сотрудника, чтобы они думали, сколько бы им, как можно больше сделать за один день. Неважно, там 5 часов он будет работать, 10 часов. Ну, главное, чтобы вот он успел много сделать. Взять и прибавить еще час к обычной рабочей нагрузке нельзя. Это нарушение Трудового кодекса. Напоминает профсоюзный деятель Мурат Машкенов. 40-часовая неделя стала базисом еще в советские времена. Эта инициатива по существу тянет за собой целый шлейф тех изменений коренных, которые ломают вообще всю схему, скажем, Трудового кодекса.
Во-первых, люди веками воевали за 40-часовую рабочую неделю. И вот, как я как-то сказал, а в 21 веке мы решили вернуться в 19 век. Старшее поколение вспоминает, 8 часов пятидневку, по такому графику работало долгое время целое государство. Зачем сейчас тем же молодым казахстанцам лишний час на работе, когда в стране не лучшая демографическая ситуация? Люди не выдержат 9 часов. Вы что? 8 часов, и то дети вообще не выдерживают. А вы хотите, что 9 часов? Да не поет, как не... Неправильно, по-моему. Почему? Потому что это много. 8 часов достаточно, мне кажется. Для чего? Ну, по-моему, нехорошо. Кому деньги нужны? Они, это самое, могут и по 12 часов работать. Думай. А кому не нужно, значит, они по 4 часа, им хватает вот так вот. Теперь дело за государством. Услышит ли оно мнение тех, кого призывает трудиться много и на благо общества? Юлия Панкратова, Жапар Туреба, Ужан Идрисов, Александр Платонов, Аслан Сапаров, Алматы, Астана, Казахстан. В Караганде сегодня начался судебный процесс по делу о рухнувшем доме в микрорайоне Бесуба в апреле этого года. Прокуратура определила круг виновных, и на скамье подсудимых оказались сразу 4 экс-чиновника. Они обвиняются в том, что признали дом пригодным для проживания, подписали акты приемки и дали добро на вселение. Первыми перед судом сегодня предстали бывший аким Сарани Виктор Иванов и экс-заместитель начальника областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Даулет Алтынбеков. Правда, к существу вопроса сегодня суд так и не подобрался. Какую проблему решали на первом заседании, расскажет Алина Назарова. Самое громкое дело за всю историю Карагандинской области рассматривает районный суд. Служители Фемиды будут решать судьбу двух чиновников – экс-акима города Сарани Виктора Иванова и экс-заместителя начальника областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Даулета Алтынбекова. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Ужас! Ужас! Офигеть! Вот так в одну секунду лишились крыши над головой более 100 семей. Спустя 2 месяца под стражу были взяты Иванов. Он тогда возглавлял госкомиссию по приемке обрушившегося дома и Даулет Алтынбеков. Сегодня адвокат Иванова просит суд изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и заявил, что его подзащитный готов внести залог 3 миллиона тенге. Иванов болен, матери 92 года. Виктор Николаевич единственный ребенок, у нее других близких людей нет. Она нуждается в его постоянном присмотре и заботе. Большинство потерпевших оказались сердобольными. Они не против того, чтобы бывший аким Сарани ходил на заседание суда из дома, а не из камеры. К тому же за Иванова поручились и 6 депутатов городского маслихата. Если чиновник сбежит, то каждый из них выплатит по 165 тысяч тенге. Недовольное решение была только одна из бесабинцев. Какие-то депутаты за них заступаются. А где были те депутаты, которые принимали, когда дом принимали? Он говорит, готовность дома, обои были там. Там чиновая отделка, какие обои там, какие полы там, ничего не было. А где были депутаты, когда мы эту грязь месили из года в год? Где они были, эти уважаемые? Кем они уважаемые? Пожалуйста, подождите. Я против. Выслушав обе стороны, судья удалил совещательную комнату. Спустя 2 часа меру пресечения арест для Иванова оставила без изменения. Между тем, уже завтра начнется процесс по второму уголовному делу. Обвиняемые – бывший заместитель акима Караганды Сергей Гребенщиков и начальник одного из отделов акимата Караганды Татьяна Гов. Алина Назарова, Ибрагим Ибрашев, Караганда, Казахстан. Настоящая истерика произошла у одной из дольщиц сегодня в здании акимата Астаны. Женщина в 5-й раз пришла на прием к градоначальнику Имангалиту Самгамбетову, и после очередного вежливого отказа у нее неожиданно сдали нервы. Да сын заявил, мама, или я под поезд брошусь, или это, повешаюсь! Послушайте меня, я вам же говорю. Не надо мне слушать, я прослушал, 48 лет слушаю. Он инвалид детства у меня. Я уже 48 лет слушаю все. И слушать не могу уже. Хватит. Не доводите меня до истерики, чтобы я кто-то творил он с собой.
Сегодня около полусотни дольщиков принесли свои заявления в канцелярию Акимата. В них требуют отменить постановление правительства от 1 апреля 2010 года, согласно которому в одни руки полагается только одна квартира. Это требование со стороны людей, заплативших кровные за несколько жилплощадей, звучит уже не в первый раз. И всегда разговор между сторонами проходит на повышенных тонах. Дольщики устраивали пикеты, различные акции, пока безрезультатно. К слову, сегодня диалога вообще не получилось. К населению никто из чиновников не вышел. За происходящим со стороны наблюдали только представители правоохранения. Для нас не секрет, на левом берегу половина квартир богатеи скупили, по 10-15 квартир, они пустуют просто. Ну, если государство захочет, оно может просто купить. В этом государстве, в конце концов, денег больше, чем грязи. Может купить и вот этих людей закрыть этот вопрос в одночасье. Верховный суд как последнюю инстанцию. Автовладельцы из Уральска приехали в Астану искать справедливости тем, кто 2 года назад пригнал из-за рубежа иномарки по льготным тарифам. Таможенные органы выставляют многомиллионные штрафы. Порой они в несколько раз превосходят цену самой машины. С проблемой столкнулись порядка 40 жителей западного Казахстана. Мы так и не поняли, как так получилось, что 1,5 года назад таможенники сами все проверили и дали нам добро. ГАИ тоже все проверила, все было правильно, документы чистые. Куда нам было идти? И мы пошли в суд. Но толка от этого не оказалось. Дело в том, что автомобили, везенные уральцами, оказались старше 10 лет, а значит, льготному налогообложению подлежать не должны были. По закону таможенный комитет имеет право пересматривать размер пошлин в течение 5 лет после ввоза, но адвокаты сомневаются в достоверности установки возраста автомобилей. Эти частные компании установили, что срок выпуска этих автомашин превышает 10 лет. Когда мы в суде начинаем задавать вопрос, а каким образом эти компании установили, являются они дилерами, дистрибьюторами, имеются ли у них сертификаты соответствующие на полномочия давать эти сведения, данные доказательства практически не представляются. Если Верховный суд не встанет на сторону автовладельцев, последние обещают устроить акции протеста. Ведь завтра у них могут отобрать автомобили, которые для многих являются средством заработка. В Алматы чиновники никак не порешают, что было в начале – мусорные контейнеры или мусоперерабатывающие заводы. Тем временем на городских свалках республики уже скопилось свыше 23 миллиардов тонн твердобытовых отходов. Приучить алматинцев соблюдать чистоту и сортировать мусор пытаются в городской администрации. Однако новые баки, которые появились на улицах мегаполиса, у жителей помимо уважения вызывают удивление. Хаотичной борьбой государства с мусором была изумлена и Людмила Экзархова. Новые сортировочные баки для твердых бытовых отходов с табличками «бумага», «стекло» и другие бытовые отходы приятно радуют алматинцев. Власти города объявили войну мусору, вот только не предупредили горожан, что теперь, прежде чем выкинуть пакет, его надо рассортировать. Баки установлены, но в дальнейшем что делать с этим мусором, то есть как бы никто не знает. Кто должен это делать? Естественно, это должны делать городские власти. То есть в городских документах очень четко прописано в правилах по благоустройству, что вся эта система она должна контролироваться городскими властями. Эколог Мелс Елюсисов еще в 2004 году свою предвыборную кампанию в президенты завершал призывом к электорату сортировать мусор. Его идея создания пункта по приему и переработке мусора работает уже 7 лет только в одной точке Алматы. Арипхана Нагаева горы утрамбованной макулатуры и пластмассовых банок по соседству не пугают. Никакой запаха нету, как видите. Вот. Раньше был запах, невозможно было сходить, везде воняло, а сейчас не воняет. Аккуратно все, нормально. Спасибо. Создать мусороперерабатывающее производство пытался не один алматинский градоначальник, говорит Мелс Елюсисов. Виктор Храпунов создал предприятие по прессовке мусора. Вскоре полигон оказался заполнен, и неподалеку от этого места построили завод, который сейчас стоит. Рабочие даже выходили на забастовку. Финансирование прекратилось, зарплату перестали выдавать. Пришел Досмагомбетов, значит, решил там завод построить. 24 миллиона евро, по-моему, он стоит. Построили. Но выход-то тот же. С помпой открыли, зловоние страшное. Он немного поработал, потому что из бюджета шло 500 миллионов тенге на работу этого завода. Частный завод, а государство финансирует. Но он ушел, да и Симов пришел, все это закрыл. И завод сразу умер.
Тем не менее, отсутствие мусоропереработки ничуть не смущает чиновников. Новые сортировочные мусорные баки хорошо вписываются в серую действительность. На бюджетные деньги уже установлено свыше 400 контейнеров, а стоимость их составила, по некоторым данным, 260 миллионов тенге. Людмила Экзархова, Серик Аржаубаев, Бауыржан Идрисов, Алматы, Казахстан. Казахстан занимает первое место среди стран СНГ и Восточной Европы по количеству суицидов среди девочек. Сегодня психологи говорили о причинах и фактах такого лидерства. При этом точных рецептов, как бороться с самоубийствами, пока найти не могут. Между тем, в выходные добровольно свел счеты жизнью еще один подросток. Тему продолжит Евгения Сазонова. В Павлодаре 16-летняя школьница выпрыгнула с балкона 5-го этажа. Что стало причиной этого, неизвестно. Полиция не обнаружила предсмертной записки. По словам соседей, о девочке они мало что могут рассказать. Это было где-то часов 5, вот около 5, и где-то часов до 6 вот это она лежала. А вы сами видели, как все это произошло? Нет, вы что, мы не видели этого. Я только видела уже в окно, вот здесь, на этой стороне живу. Думаю, что там такое, люди что-то это кричат, шумят. Посмотрю, уже здесь она лежит. Телефон доверия, здравствуйте. Алло. На то, чтобы спасти ребенку жизнь, у психолога не больше 10 минут. В день поступает до 40 звонков. Чаще всего подростку, решившемуся на суицид, нужно, чтобы его просто выслушали. Во время беседы и консультации мы стараемся создать доверительные отношения между консультантом и абонентом, чтобы в дальнейшем он нам сам перезвонил. Конечно, мы просим перезвонить, там, мне очень интересно, как у тебя дальше сложилась жизнь, что ты решил для себя. Набрать телефон доверия проще, чем поговорить с родителями. Те слишком заняты собой и попросту не слышат детей, объясняют психологи и эксперты. На сегодняшний день надо необходимо обратить внимание, создавая институты семьи. У нас родители, рождая детей, становясь родителями, не имеют технологию, как воспитывать своих детей. На помощь отчаявшемуся ребенку, по идее, должны прийти и школьные психологи. Повышением их квалификации сейчас занялось Министерство образования. Однако в кризисном центре думают, что проблему этим не решить. Дети не доверяют учителям, ведь в школе круговая порука, и все слишком зависимы от всевозможных рейтингов. Когда мы прекратим оценивать деятельность школы по, значит, количеству или отсутствию, да, там, каких-то там дел, возбужденных в отношении совершеннолетних или детей, которые стоят на учете, тогда мы получим реальную картину. Когда ребенок свободно зайдет к психологу, начнет говорить о своих проблемах, и об этом никто не будет знать. Потому что школьному психологу не нужно будет рассказывать об этом факте директору школы. А вот организовать школьникам досуг – мера действенная, уверена Зульфия Байсакова. Сейчас ребенок погружен в интернет, где одним кликом мышки можно скачать пособие для самоубийц или же попасть на форум, пропагандирующий насилие. Что подтолкнуло к самоубийству павлодарскую школьницу, следствию выяснить еще предстоит. Это не первый случай подросткового суицида в этом доме. Несколько лет назад с общего балкона 12-этажки сбросился молодой человек. Евгения Сазонова, Аскар Газизов, Ренат Абулхаиров, Александр Платонов. Алматы, Павлодар, Казахстан. Пока это вся информация, я обращаюсь. Берегите своих близких.